Опа, а что это у нас тут? Ребята, я всех категорически приветствую на своем канале MindPlay. С вами я, Алексей, и сегодня у нас честный обзор на честный танк ВЗ-55. Это чехословацкий тяжелый танк 10 уровня. Начинается прокачка с 6 уровня Шкоды Т-25, то есть вы на Шкоде прокачиваетесь до ВЗ-44. И начинается ад, сущий ад. Потому что семерка и восьмерка — это ужасные танки. Да, я в эти танки не смог. Да, мне на них плохо игралось. Особенно на восьмерке — это такие мучения, конечно. Я целый день потратил, чтобы ее пройти. Просто не хотел мучиться сильно. То есть это танки, на которых ты поиграл, и все, забыл. Девятка — это хороший танк. Ну и десятка, соответственно, это имба. Ну, я на ней, конечно, еще не научился играть. За 6 боев у меня, что там, 3900 средуха, но это кого? Так, давайте сразу перейдем к оборудованию, снаряжению и к экипажу. Значит, смотрите, снаряды. 22 бронебойных, 16 подкалиберных и 2 фугаса. На случай, если мы встретим бабаху. И нам нужно быстренько зарядить фугасики и разрядить бабаху. Смотрим пробитие. ББшка. 260, вполне себе нормально. Это очень хорошо для тяжелого танка, такое пробитие базовым снарядом. Под калибр. Вот тут уже головная боль начинается, 306. Ребят, 306 на тяжелом танке, серьезно? Но это такое себе. Некоторые вообще играют вот таким вот сетапом, чисто голда. Но я скоро, конечно, буду также играть. Но это уже... Через месяц, наверное, я загружу чисто голду и буду на ней играть. Ну, 306 как бы такое себе. Мауса, скорее всего, даже в щеки будете не так часто пробивать. Далее. Ну, снаряжение тут что у меня вообще? Все простенько. Я бы поставил большую аптечку, большую ремку. Так, не понял, почему не ставится. Вот. И, конечно, доп-паёк. Доп-паёк обязателен. Тут нужен он. Обязательно, чтобы перезарядка меньше была. Да и вообще он дает большой буст ко всему. Далее, ребят, оборудование. У меня тут такое оборудование. Вентиляция, прицел и стабилизатор. Есть вообще очень много вариантов, что можно поставить на ВЗ-55. Многие отмечают то, что за место прицела можно поставить закалочку. Только закалочку нужно в первый слот, так как это слот в живучесть идет. И если вы поставите закалку в первый слот, то это даст такой нормальный буст. Так, я не буду ее ставить, потому что это потратится у меня демонтажный набор. Короче, ребята, вот все варианты оборудования вы видите у себя на экранах. Вот. Все, что можно поставить на ВЗ-55. Вот, смотрите, в общем-то, некоторые отмечают, что можно поставить также эбоновую турбину. Да, это неплохое решение, допустим. Допустим, за место того же прицела. Просто берете, ставите турбину. Вот, у меня как раз она имеется, а потом как-нибудь попробую на ней поиграть. То есть танк становится очень быстрым, как СТ-шка. Ну, не совсем как СТ-шка, но примерно похожий. По геймплею, как средний танк. Да, кстати, ВАЗик 55 играется как средний танк. Точь в точь. Играется по направлению со средними танками, иногда может и с тяжами. Далее, давайте перейдем к экипажу. Давайте. Значит, командир у нас идет боевое братство. Но, ребята, первым делом всегда качайте лампочку. Лампочка — это важно. То есть идет сначала первая у нас лампочка, а потом только уже боевое братство. Потом ремонт, но... За место ремонта третьим можно прокачать радиоперехват. Ну, для обзора. То есть, смотрите, как у нас идет. Лампочка, боевое братство, радиоперехват. Можно либо орлиный глаз потом, либо ремонт. Это уже на свой выбор. Да? Следующий, наводчик. Боевое братство, ремонт, плавный поворот башни и мастер-оружейник. Механик-водитель. Боевое братство, ремонт, плавный ход, виртуоз. Заряжающий. Боевое братство, ремонт, интуиция, да, и отчаянный. Вот, все самое основное. Дальше уже качайте, что хотите. Какие вам навыки нужны, не нужны, вообще любые. Ну, вот, собственно,
Сейчас следующее будет у нас показан бой на ВЗ-55, ну такой бой обычный, да, на нем 6000 чем-то там наколотил, не помню, просто можете посмотреть. А на сегодня, значит, это все. Это был честный обзор на честный танк на ВЗ-55. Это был мой первый обзор, первый гайд, можно сказать, наверное. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Ставьте дизлайки, если вам не понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Что еще могу пожелать? Ну, до следующего либо стрима, либо видоса. Всем пока, ребята. Всем удачи. Давайте. Итак, кстати, ребята, я также забыл указать плюсы и минусы данного танка. То есть ВЗ-55. Давайте начнем с минусов. Лучше с плохих сторон начнем. Некоторые утверждают то, что у него долгая перезарядка. С этим я, скорее всего, не соглашусь, так как ее можно разогнать практически до 18 секунд. 18,9 где-то плюс-минус. Это не совсем такие долгая перезарядка прям. Но это нормально. Чтобы дать косарик, это вполне себе хватает. Нормальная перезарядка. Не знаю, что там игроки напридумывали. Слабая броня корпуса, это да, с этим я точно соглашусь. У него в корпусе практически вообще нету брони. Иногда что-то может танкануть, какие-нибудь там кумулятивы или подкалиберы. Низкий обзор у него также присутствует. Допустим, у меня на нем 430 обзор, но это такое себе как бы. И посредственное пробитие подкалиберами, ну это да. Разброс. Разброс у него 0.32. Ну, это, конечно, не самый снайперский разброс. Не для самого снайперского танка. Нормальный обзор, порядочный. Достоинство давайте. Подвижность. Очень хорошая подвижность у него. Гоняет прям вообще. А с турбиной я еще не знаю, как он гоняет. Наверное, вообще замечательно. Башня у него очень крепкая, но вас будут шить в лючок, который расположен слева. Вот как вы играете, вот слева он расположен, да, на башне. У него будут вам всем... Все будут, в общем, кидать туда. И, ну, это такое себе. Стабилизация у танка очень хорошая. Комфортный УЭН. Минус 8 градусов. А вот вверх 15. Ну, это такое тоже. Высокий разовый урон, конечно же. И наличие двух орудий на выбор. Цикличное и барабанное. В общем, это все. Ну, а теперь уже точно. Всем спасибо за просмотр. Ребята, ставьте лайки, чешите яйки. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик на канал, конечно же. Ну и, в общем, приятно досмотреть вам бой. Всем пока. До следующего стрима, либо видоса. Всем давайте. Пока.
уничтожить.